Для поддержания статуса необходимы постоянные аттестации и отчетные концерты. На этот раз ансамбль защищал звание образцового любительского коллектива. В следующем году наша школа отметит 40 лет со дня образования и 40 лет со дня образования нашего ансамбля «Цветы планеты». Это поистине уникальный коллектив. Ни одно самое значимое мероприятие в области или в городе не обходится без участия наших воспитанников. В программе концерта классический танец, народный и эстрадный. В каждой части номера из золотого фонда, поставленные первым директором школы Элеонорой Панковой, и хореография современных балетмейстеров. Много лет назад я была участницей ансамбля «Цветы планеты», которым руководила Элеонора Михайловна Панкова. Моя дочь, которая закончила эту школу, тоже была участницей ансамбля «Цветы планеты», которым руководила Раиса Эриковна Рычкова. Сейчас ансамблем руководит Масленка Анастасия Владимировна, и мы все вместе, всем коллективом готовили это мероприятие. Для кого-то этот концерт стал выпускным, и участники прошлых лет пришли поддержать своих друзей. Я пришла поддержать свою подругу, которая также выпускается, так же, как и я несколько лет назад. Я думаю, что для нее это волнительно, поэтому мы пришли ее поздравить, поддержать. Зрители же по праву ждали от любимого коллектива настоящего праздника танца и красоты. Конечно, мне кажется, что это будет просто замечательно, это будет действительно как вот... что-то взрывное. Ждем каких-то новых эмоций, ощущений и праздника. Феерия. И праздник действительно состоялся. Светлана Бабарыкина, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».